Добрый вечер. Добрый. Спасибо за ожидание. Первая песня довольно новая, называется «Пламя». Прекрасно, у нас масса новых идей и большой зазор для их развития. Мы сейчас заканчиваем второй альбом, наш длинный, и уже очень много идей на будущее. Мы постоянно развиваемся, меняемся. С чего все-таки все начиналось? Вот чего это вдруг пришла в голову идея создать группу? Зачем? Ну, играть музыку — это какая-то органическая потребность, а либо она есть, либо ее нет. Мне хотелось просто делать еще не просто музыку, а какую-то что-то особенное, то, что не копируют какие-то явно тенденции группы. И мне хотелось сделать что-то самобытное, то, что имеет какую-то привязку к той территории, на которой родился, вырос, и культуре, которую я впитал. В то же время, чтобы это было стильно, здорово, качественно.
И просто нескольких вот каких-то моих влияний объединились в этот проект, и как-то родилась идея, музыка, которая с ним связана. Хотелось сделать музыку, которая звучала бы и на русском, и там, на украинском, по-моему, и на польском. Я вообще хочу как-то делать славянскую музыку, наверное, восточноевропейскую, но в то же время делать настолько хорошо, чтобы она была восприимчива вне зависимости от национальной принадлежности. Например, как аргентинская танго, да, она известна по всему миру. Ну, это какая-то такая идея в стиле Эльдорадо, достижения, но ничто не мешает такую идею держать в голове, как бы, и делать все равно что-то свое просто. На максимум возможности. И она оформилась в название «Новый твист», придуманный тобой. А, да, у нас есть свой жанр, мы называем его «Новый твист». А как вы поняли, что вы выдумали, и это имеет вообще право называться жанром? Ну, почему бы нет, да. Все спрашивают, что вы играете, и почему придумали формулировку «Новый твист». Это сразу отвечает на многие вопросы, просто экономит время и того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. «Новый твист». А вы считаете, что нужен ли твист? Новый, современным людям. Ну, нам, наверное, нужен, если мы собрались все вместе и получаем удовольствие от процесса, поэтому я думаю, что лично нам да. А если кто-то радуется вместе с нами, когда слушает эту музыку и видит нас на сцене, то это вдвойне хорошо. Ну, будем говорить о том, что сейчас вообще особо нет таких супер новых жанров. Давно уже это симбиозы старого. Ну да. Есть сейчас какой-то даже электросвинг. Играет какие-то зацикленные кусочки 30-х годов. Ну, у нас нет, на эту музыку не похоже. Но и о том, что в принципе сейчас какое-то развитие музыки, мы в какое-то скрещение сплошное. Твист это совершенно. Сейчас практически все это ретро, либо 90-е, либо 80-е. У нас, может быть, чуть более старая музыка вдохновляет. Но чем больше проходит времени, тем эта граница стирается. В старой музыке очень много клевых каких-то аранжировок, мелодий, решений. Все это можно использовать по-новому. Мы этим стараемся заниматься. Я
без сомнения, без лишних вопросов. Почему, к сожалению, расплатишься после? Праздники остались за спиной. Love Me Do. Beatles это не имеет отношения, зато имеет отношение к любви, как понятно. Love Me Do. Твоя тесна, во рту кровь.
вы просто вот заявили так, что новый альбом будет очень такой драматичный какой-то такой. Вот. Нет, таких слов не было, он будет более такой резкий, что ли. Ироничным и остросюжетным, извините, что это значит. Это я сейчас цитирую Википедию. А кто туда пишет Википедию? А кто пишет Википедию? Надо разобраться. Вики авторы. То есть это неправда, да? Всемирное знание. Ироничным и остросюжетным ваш новый альбом не будет. Ну, что касается меня, я когда вот впервые познакомился с песнями Жени, то для меня вот основным, скажем, фактором, сыгравшим роль для того, чтобы я принял участие в этой группе, это как раз вот издевательское такое вот настроение, которое издевательский тон в текстах. То есть, с одной стороны, вроде ничего особенного, но в то же время человек, который это может услышать, вот мне это понравилось. Издеваться — это хорошо? Ну, такое, да, легкое глумление. Ну, по крайней мере, я это так воспринимаю. Видите, все к трактовок, на самом деле. Нет, я предполагала, что это может быть стёб. Это все-таки есть какой-то, да, стёб над советской культурой, в частности, да? Ну, я это воспринял как 90% стёба. Я не знаю, что вкладывал Женя в свои песни. Что ты вкладывал? Я очень редко стёбаюсь, на самом деле, довольно искренне. То есть ты искренне и... Не, ну, видите, как очень сложно как-то по-своему это понять. Это хорошо. Я могу кучу других мнений вспомнить, прям не процитирую, но очень полярные отзывы. Это говорит о том, что каждый находит. Это говорит о том, что там можно копать. Это мне приятно и лестно. Нет, я же сейчас не говорю о том, что это плохо или хорошо. Я не даю оценочных суждений. Я просто как бы тебя спрашиваю, ты все-таки используешь иронию? Насколько ты ее используешь? От песни к песне зависит, не знаю. Я просто, для меня отношение к песне такое довольно, такое, как сказать, с пониманием, очень трепетно. Это для меня песня, если она действительно появилась, это как такое некоторое рождение. И я отношусь к ней очень с кем-то так осторожно. И какая песня есть, такая она есть. Я не могу ее как бы собой управлять. Вот если я могу это как-то дорисовать, достроить уже. Поэтому это не от меня зависит, какая-то ироничная, не ироничная. А как идет вообще процесс написания? Исправляешь много? На что ориентируешься? Ну, тут любой, наверное, автор скажет, что некоторые песни появляются сразу, некоторые надо доделать долго. Ну, как правило, какое-то вот ядро, как рождение некоторое, оно очень четко чувствуется. Этот момент, его невозможно спутать. И уже в этом, на этом начальном этапе заложено то, какая песня будет, ироничная, не ироничная. Это неважно, либо это случилось, либо нет. Тут нет полубеременности, не происходит. Ну, бывает же такое, что ты что-то делаешь, ну, обычно сразу понимаешь, что ты просто что-то мучаешь, и песня не получится. Но если это было, то твое дело там только не мешать, грубо говоря. А какую-нибудь интересную историю там, как тебе песня пришла в голову, вспомнишь, может быть? Ну вот наша песня «Женщина», которую все просят, ее, она довольно известна. Я помню, что она мне в самолете пришла в голову. У меня какие-то были две строчки, и я летел на Камчатку, это моя родина, где я родился, на самом деле. Мне было там 7 лет. И у меня были две строчки, и были как будто версии, по-моему, припева. Я как-то их напел, грубо записал, и потом приехал на Камчатку к какому-то другу студенческому, взял мне гитарку, что-то начал подбирать, что-то раз-раз-раз, и пошло.
значит точно все зря. Thank you.
высоту. Моя гитара с высоты не упала. Опасно. У нас есть песня, она называется «Добро пожаловать». Мы никогда ее не играем в начале, только в конце. А сегодня сыграем в середине. Песня про... А там же кулеле. Про гамбай! Про тропики. Прекрасная скрипка. Модная, молодежная. Играй вот не так. Thank you.
Очень разные, то есть у каждого есть какой-то свой музыкальный сложившийся уже словарь, свои предпочтения, но, допустим, Женины песни, они просто являются вот той точкой, где мы можем все свои пристрастия музыкальные объединить вместе и получить какой-то вот новый синтез. Для последнего альбома вы пригласили продюсером англичанина. Да? У нас не первый опыт работы с каким-то западными товарищами. Первый альбом я сводил в Лондоне просто. Еще не с первой попытки получилось, там не сразу какой-то контакт нашелся нормальный. А тут мы сразу изначально позвали на продюсировать нас. Грэм Саттон такой, довольно известный человек в мире музыки. И как-то с ним получилось списаться, сдружиться. Он прилетел в Киев, мы селили, с ним гуляли, ходили на Майдан. Ну, он с ним работал месяца два, довольно активно. А почему англичанин, что у нас тут нет таких ребят, которые могли бы?
в Киеве мне было сложно кого-то найти до сих пор, честно говоря. Я вот именно чтобы как с точки зрения продюсера в Москве как-то еще больше-меньше. Ну, это связано просто с культурой. Ничего не поделаешь. В Англии она уже десятилетиями накапливалась просто. Как-то там проще разговаривать с людьми, ты им говоришь, что я хочу того-то, и сразу ты как на какой-то одной волне. У нас, мне кажется, ситуация улучшается, это безусловно. Просто еще нет такого вот какого-то перехода в новое состояние. Сейчас, мне кажется, вот, даже поп-музыка находится в состоянии развития. 90-е жесткие. Постперестроечная волна захлестнула музыку. Просто все прорвало, не знаю, и музыка очень сильно испортилась на десятилетия. Сейчас как-то сходит обратно, и мне кажется, есть позитив. Можно и здесь что-то сделать. Просто, ну, для нас продюсер был мощным стимулом все записать быстро. Mm-hmm. Я просто растянул бы это, не знаю, ну, еще на 2 года. В силу какой-то уже такой своей специфики, я больше сомневаюсь. Продюсер помогает как-то выстроить четкие планы, к нему идти. Да, это был такой хороший опыт. То есть обычно все долго собираются, но вот нужно еще там порепетировать, сделать, еще как-то так собраться с мыслями, и этот процесс может затянуться, ну, на бесконечное время. А тут у тебя есть четкий график, и если ты из него выбиваешься, просто, ну, ты можешь не записать остальные 3 песни, допустим, или 4 в альбом, они не попадут. Только потому, что ты долго собирался и думал. Поэтому это подстегивает и быстрее принимать какие-то решения, и в то же время и какие-то новые идеи тоже искать быстрее. Это тоже интересно. То есть многие идеи, которые были вот на нашем последнем альбоме, которые сейчас, они вот рождались буквально там за 40 минут там, до окончания сессии. Вот просто вот пришла точка, когда нужно все. Или сейчас мы эту идею находим, и она попадает на запись, или мы оставляем все как есть, но у нас были сомнения, допустим, с тем, что было до этого. Поэтому это интересно, это хороший опыт работать в таких немножко стрессовых условиях. Чем, как ты думаешь, вот этот последний альбом, а отличается, например, от первого, второго, ну, от первого, чем отличается? Ну, он более собранный, более роковый, более динамичный. Больше электроники, чуть более современно звучит, ну, как он тут, просто в плане звуков современно, но не могу сказать, что он прям как вот то, что по телевидению показывается. Чуть-чуть другое, у нас куча идей на будущее, мы на концерте будем тоже играть, можно будет понять, что мы будем делать дальше, просто по выступлению. Да, и планы теперь, чего вы планируете дальше, вот после Харькова что, и вообще на ближайшее будущее? Турне у нас будет в октябре, мы поедем в Прибалтику, в Польшу. Довольно длинная, почти 2 недели на автобусе. Осень. Я с предвкушением. Гаш, не можешь, нет? Ты представляешь, какие-то колоколопов, что ли, в мотелях? У нас просто 2 члена коллектива, саксофонист Павел и барабанщик Семен, они высокого роста. И вот путешествие автотранспортом, кресла не всегда под их размер, не соответствует там их габаритам. Там спальные места, учитывая, что у нас не столько людей, да. Все будет спальня. Ну вот и вопрос, когда становится транспорт, это автобус и осень, и я уже представил это дождливое окошко и 2 эти скрюченные фигуры на стандартных креслах, поэтому так. Вот, но я думаю, что все будет хорошо, у нас хороший микроклимат внутри коллектива, поэтому с чувством юмора все в порядке. Не подкрутишь микроклимат, на 5 еще. На 5. Не бойся войны, тебя не стошнит. Не бойся смотреть вики включенных камер. И слово командира, оно говорит. С любовью топтать живое сапогами. Если ветер не переменится, то огонь ничем не затушат. Встречай новое утро, будь готовым быть целься, стреляй лучше. Что пройдет между нами, там, где в Италии стаи птиц, бежит сам, возгораясь цунами. Если ветер не переменится, то огонь песком не затушат.
чай, еще одно утро. Будь готовым к бою, сука! Всем мира, гражданин, что поскорее вся эта херня закончилась. Не понятно, почему они все оказались.
и уже не повстречаю вновь. Может быть, сотрет твои глаза медленно идущий дождь.
шумным Сингапуре, когда под ветром ломится банан. Вы грезите всю ночь на желтой шкуре под вопли «Обезьян». Вокалом мы в лунном Сингапуре, за гостями уходим без меня. Thank you.